Здание штаба дивизии и редакции газеты «Советский воин» на территории военного городка в Октябрьском районе не включат в перечень объектов культурного наследия. Они не соответствуют требованиям, чтобы считать их памятниками. Эти два здания, они, скажем так, были позднейшей попыткой повторить те характеристики, которые присутствуют в едином комплексе, но, скажем так, попыткой не совсем аутентичной, не совсем преследующей те цели, которые первоначально стояли перед строителями в начале 20 века. Одно из направлений работы инспекции по охране объектов культурного наследия – создать специальную зону вокруг памятников. В этом году их сделали вокруг разрушенной башни, конюшни 56-го жилого дома. На очереди место рядом с госпиталем. Это позволит защитить территорию от застройки. Сейчас рассматривают возможность создать охранную зону рядом с кинотеатром «Металлист» и комплексом зданий на станции «Новосибирск-Южный». Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.